Разминка. Подготавливает ваше тело для растяжки и занятий. Первое. Разминаем шею. Круговые движения головой в левую и правую сторону. 5-10 раз в каждую сторону. Второе. Разминаем плечи. Круговые движения плечами. 5-10 раз в каждую сторону. Третье. Разминаем кисти. Вытягиваем руки вперед и делаем круговые движения запястьем. 5-10 раз в каждую сторону. Четвертое. Разминаем локти. Руки вперед и совершаем круговые движения в локтевых суставах. 5-10 раз в каждую сторону. Пятое. Разминаем плечевой сустав. Становимся боком, одна нога впереди, другая сзади. Совершаем круговые движения ровной рукой перед собой. 5-10 раз каждой рукой. Шестое. Повороты корпуса. Руки согнутые в локтях перед собой. Делаем повороты корпуса вправо и влево. 5-10 раз в каждую сторону. Седьмое. Круги тазом. Руки на поясе. Делаем круговые движения тазом вправо и влево. 5-10 раз в каждую сторону. Восьмое. Круги туловищем. Руки на поясе. Делаем круговые движения корпусом вправо и влево. 5-10 раз в каждую сторону. Девятое. Колено. Поднимаем одну ногу, как будто носочком рисуем круг на полу. 5-10 раз в каждую сторону. И тоже для другой ноги. Десятое. Круговые движения коленями внутрь и наружу. 5-10 раз в каждую сторону. Одиннадцатое. Пяточки и носочки. Переваливаем вес тела с носочков на пяточки и обратно. 5-10 раз в каждую сторону. 12. Круговые движения ступнями. 5-10 раз в каждую сторону каждой ступней. 13. Приседания. Пятки от пола не отрывать, руки вперед. 5-10 раз. 14. Прогибы и наклоны. Прогибаемся назад, руки вверху, два пружинящих движения. Сразу наклоняемся вперед, стараемся ладонями коснуться пола, два пружинящих движения. 5-10 раз.